Яркие декорации, непоколебимая сила духа на сцене Фериде Зардеве. Она участвует в благотворительной акции для детей с особенностями развития. Сцена для девушки «Второй дом». Из-за врожденного диагноза церебральный паралич петь она начала раньше, чем ходить. Мне нравится петь, я этим живу. И другим деткам, таким как я, хочу показать пример, что не надо падать духом, потому что когда падаешь духом, еще хуже становится. В Симферополе проходит благотворительная акция «Радуга талантов», часть социального проекта «Ради будущего». В холле Дворца культуры профсоюзов для детей организовали развлекательную программу, мастер-классы и выставки декоративно-прикладного искусства. Каждый из нас верит в чудеса, но особенно в волшебстве нуждаются дети, и именно под Новый год. Это интерактивная доска, где каждый из них написал свое самое заветное желание. Цель акции – создать необходимые условия для самореализации детей с особенностями развития через участие в творческой деятельности. К нам сегодня в гости приехали интернаты, многодетные, дети, которые не имеют своих родителей. Мы всех должны окружать любовью и заботой, и мы очень рады, что откликаются такие дети и семьи, и мы сегодня с любовью их встречаем. Интерактивные игры, интересные шоу, яркие костюмы, выступления лучших творческих коллективов Крыма. Для детей устроили настоящий праздник. Так организаторы мероприятия привлекают внимание общественности к их проблемам. Севелия Миметова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Милет».